Всем привет! У нас сегодня на обзоре новая игра, называется My Summer Car. То есть это мой летний автомобиль. Игра заключается в том, что мы можем сделать апгрейд нашей машины. Видите, она развалюха. Давайте начнем новую игру. У меня права Топси. Так, фамилия, давайте Play. Имя Топси. Сразу Enter, если дадут. Мы родились, в общем, в этой машине, получается. Главный герой в этой машине родился. Игра начинается как Hello Neighbor. Смотрите, мы в доме. В очень-таки красивом. Вот, смотрите, как все. Ну-ка, можно ли открывать? Прикол. Игра новая совершенно. По игре мне тут написано 19 лет. Так. Кто там лежит? Так. О. Кубики взял. Я все брать могу, что ли? Так, как садиться? А, что я? Диск принес и все. Ну-ка. Так, что у нас здесь? Кирпичный камин. Кресло. Деревянный паровозик. Давайте погуляем по дому сначала. Тут уже в тумбочках ожидаешь увидеть ключи. Трава прям дома растет. Во все комнаты надо зайти. Сейвинг. То есть это мы так сохраняемся, что ли? В туалете сохранение. Скорее всего, надо посмотреть. Точно. Мы сохранились в туалете. Так, здесь мы были. Это уже выход. Ладно. Тут у нас кладовка. О, еще куча дверей. Смотрите, веранда. Да, это просто супер игра. У нас душ. Так все прорисовано. Сауна. Так, давайте обходить наши владения. Так он быстрее ходить не может, похоже. Ой, так это я куда могу идти-то? Так, о, вот наша машина. Это у нас полностью нерабочий автомобиль, потому что один кузов. Смотрите. Надо же. И это все я могу использовать. Ха. Так я откуда знаю, как тут надо ставить. Интересно. А, пока некуда. Смотрите-ка. Я уронил приборную панель. Ладно. Так, а сиденья поставятся? А! Вот это да. Залезаем.
О, галочку видели? Класс. Так, ну давайте все зарядим. Вот это да, игру придумали. Так, это у нас крылья. Так, какое крыло-то не это, что ли? Видимо, для крыла еще рано. Это у нас симулятор. Знаете кого? Симулятор. Это как наручники. Работника автосервиса. Так, бампер не рано ли ставить? Ищем галочку, ее нет. Да, тут багов, конечно, будет миллиард. Да, не ставится почему-то. Видимо, еще детали какие-то нужны. Так, что у нас может быть идти? Это что такое, интересно? Возможно, что-то здесь. Двигатель держать, наверное. Такие звуки, как будто я что-то разрушил. Так. Кстати, надо почитать, что это такое-то. Это у нас subframe. Ничего не понятно. Ладно. О, двери. Давайте с самого простого. Это понятно, правая дверь. А, тут написано дверь right. Так-то игра должна была быть русской. Представляете себе? Но она, похоже, чисто английская. Так, вот у нас уже дверь есть. Так, сейчас нам надо будет оси поставить. Так, оси, да? Я не знаю. Скорее всего, вот они. Они вообще берутся. Может быть, часть детали у нас чисто для вида. О, это, видимо, приборная панель. А, зайти-то могу. А, я сломал все. Видимо, двери в конце ставить надо. О, видели? Приборная панель. Так, давайте дверь-ка вообще выкинем. Не, ну игра веселая. Прям вообще класс. Так. А это что такое у нас? Выхлоп валяется? Или это не наше? Это, видимо, еще рано брать. Вот тоже рано. Смотрите, как медленно хожу. А, я вообще замедлился. Тут три ступени приседания. Так, так. Все, он вообще встал. Так. Руль, понятно. Так я так буду миллион лет ходить. О, разогнался. Это что-то у нас с выхлопной системой связано. Тут пока до нее даже не дошло. Так, вылезаем отсюда. Так. Она расставилась. О! Раз. Может, сначала здесь собрать их?
Нет, странно. Поставил. А, блокировка стоит. О, видите, галочка. Но все отпадает, видимо, рано. Так. Это бензобак. Фуэл танк. Бензобак у нас должен быть здесь где-нибудь. Мне внутрь, видимо, надо заходить. Так, где тебя ставить? О! Подождите. О! Я машину всю перевернул. Класс. Мне это нравится. Так, бензобак, кстати. О! Наобум, видите? Сейчас найдем место. Все, зарядили. Так, хорошо. Бензобак есть. Сначала с очевидного начинаем. Так, мне звонок поступил, но я вряд ли смогу ответить, потому что я английский язык не знаю. Так, это рано еще ставить. Сейчас машину выкинем отсюда. Это у нас что? Фрейм. Может, здесь где-нибудь? Можно поискать методом перебора. О, подвеска, да, это? Так, хорошо. Сейчас бы оси найти. Нам дадут их поставить вообще? А, это стойка. Видимо. Может, нет. Так, там галочка была. Так, я не понимаю, что это такое. О! А, рулевая колонка. Рулевая. Отпадает, видите? Значит, еще рано ставить. Рулевая колонна. Так. Молоток. Это что, все разбить? Так, колеса даже есть. Двигатель. Или тут... Так, ну-ка давайте посмотрим. Может, дадут поставить уже. Не на что еще ставить. Роняем. Капот тем более рано ставить. Так, выхлопная, наверное, уже разрешат. С какой стороны это ты будешь дуть? Так, ладно. Чтобы в эту игру играть, видимо, надо реально быть хендбрейк, ручной тормоз. Но это в салон ставится всяко.
так заполнять. Кстати, о, галочка была. Есть. Все, ручной тормоз поставили, еле-еле. Так, что еще будем ставить? Нам. Не нам звонят. Так, это, наверное, здесь. Может быть, не та сторона. Рано. О! Мне уже кажутся галочки. Trial Arm. Так, 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 куда тебя ставить? Хорошо, что здесь прыжок работает хорошо. Отменно. Так. Возможно, это не с этой стороны просто. Или не к чему крепить. Я прилипаю к машине. Не знаю. Так, ну вот полуоси возможные. Хотя нет, это у нас. Может, даже стойка. Интересно. Не разрешают. Это амортизатор. Так, странно. О. Здесь. Enter. Как заводиться? Так, осторожно берем. Не получается пока ездить. А, вот полуось. Ну все, сейчас можем колеса скоро поставить. Какая ты из них? Ну, видимо, полуось не просто так ставится, конечно. На что-то. Может быть, задняя. Прикола мне здесь не хватает. О! Видели баги? Классные. Так, тоже не подходит. Мне кажется, что я стал выше. Хоть что-то я смогу угадать. Так. Хоть подсказали бы. Так, ну здесь амортизаторы всяко же ставятся куда-то. Куда-то вот сюда. Да, в него тоже пока не за что крепить. Так, так, так. Какие-то рычаги. Это пробуем. Тоже не подходит.
фонарик. Колеса рано. Вот здесь даже двигатель надо собирать. Интересно. Так. Куда тебя? Так, это горловина бака, видимо, будет. Так, дегтя. Я вообще сделать ничего не могу. А, вот галочка была. О, летаем. Так, машина потихоньку собирается. Но очень медленно. Это что такое? Карджек. Смотрите. Джек. Можно методом перебора ведь, если не знаем. Куда-нибудь да подойдет. Смотрите, просто идете на машину. И вас может подкинуть. А, это домкрат. Он кладется в багажник. Пока... Ой, нет. Лучше выложить. Кстати, может, он в машине лежит обычно у них, у американцев. Так, надоел звонить. Ты мне никак не поможешь, это точно. Так, тормозные диски. Какой-то маленький коленвал, но он же явно к диску, вот к двигателю крепится. Но нет, они так не считают. Сюда тоже не положишь. Давай, выпрыгивай. Я могу еще это использовать. Да уж. Это прям настоящий автомеханик. Так, и что? Так, вот я вот так, видели? Беру двигатель. Не знаю, зачем эта штука нужна, если она не берет ничего. Ладно. Так, мешается. Пол гаража я уже раскидал, только ничего не подошло. Так, тоже что-то связано с внутренней частью, наверное. О! Предлагают попробовать завестись. Так, тоже интересно. Потихонечку собираем. О, радиатор, класс. Ну, радиатор понятно, где ставится. Некоторые вещи железное место свое имеют. Так, надо встать.
Так, это что такое? Это от радиатора идет. А, это трубочка идет. Так, она идет, наверное. Что это за лямка такая? Да, смотрите, сколько здесь всего, это ужас. Ну, давайте самое простое, давайте заряжать сначала машину тем, что знаем точно. А, хотя руль тоже не поставишь, некуда. Так, все на улицу кидаем. Ну-ка, что здесь есть железного? Oil pen. Так. Это явно вот здесь. Только где-то. Так. Видимо, пока рано. Ищем дальше. Что у нас тут? Не, игра интересная, тем более багов будет куча. Радиатора. Патрубки радиатора. От радиатора. Так, от него идут, видимо, в разные стороны. Так, дай мне подсоединить-то куда-нибудь. Если радиатор уже подключен, так почему он не дает? Стартер. Самое страшное, что, возможно, здесь не все детали есть в машине, надо что-то докупать. Стартер, знаете, где он? Обычно вот здесь где-то. Ну, в принципе, может быть, хоть где. Просто у нас так мало деталей еще пока. Не к чему крепить аккумулятор, да? Так. Топливный фильтр. Опять-таки, где-то вот здесь должен быть. Так можно стать просто автомехаником. Нет, ничего не разрешают. Тут темнеет, смотрите, реально. Скоро тьма будет. В темноте буду собирать. Джойстик, ручка передач. Ну, ее дадут, наверное, подсоединить. Так, она у нас где-то вот здесь. Ладно. Пока нельзя. И у меня написано $3000. Есть. Магнитола. Топливный насос. Интересно, куда его можно... Дадите хоть куда-нибудь. Так, я уже пол гаража опять раскидал.
Интересно. Ну-ка, аккумулятор. Наверное, тоже скажу, что не к чему крепить. А, вот же его место. Так, ладно. Хотя бы так. В общем, машина будет состоять из того, что я знаю. О, коробка передач. Вот это уже интересно. Интересно, дадут поставить? Или скажут некуда? Или она к двигателю будет крепиться? Так, и сохраниться можно? Нет. Ладно, пока нельзя, видимо, коробку передач. Также не на что крепить. Магнитола. Давайте ее. Чтобы лишние предметы не лежали. А, ну хотя, если панели нет, то рано, значит. Так, что еще есть? Брейн. Так, тормозные шланги, видимо. О! Тормозные патрубки. Для тормозной жидкости, возможно, здесь все было хорошо. Карбюратор. Так, ладно, его не разрешат. О, электрика. Это может быть разрешат. Может, от аккумулятора пойдет. Может, явно здесь где-то. Так, так, так. Нет. Да вон доели. Что они мне хотят сказать-то? У меня все в гараже лежит. Тоже что-то связанное с коробкой передач. Так, я не понял. Так, может быть, это уже в салоне идет. О, точно в салоне было. Поставил. Ну-ка, когда она оборвется? Оборвалась. Тайминг, кавер какой-то. Поршни? Да к чему мне? Мне каждый поршень, что ли, ставить в двигатель? Это да. Нет, двигатель вообще какой-то. Это в него потом. И, возможно, пока не на что двигатель ставить. Поэтому мне даже не дают его закрепить никак. Так, уже тьма. Так, тут у меня... Где свет включается? Мне уже темно. О! Смотрите, как классно. Так. Альтернатор какой-то. Сейчас, скорее всего, тоже все здесь. Может быть, со стороны приборной панели. Так, ладно, пока оставляем.
авто. А, ну вот. Допустим, ставить двигатель, возможно, разрешат только сначала вот с этой штуки, с самого низа. Если это он. Так, тоже нельзя. Ну-ка, может быть, их разрешат. О! Подождите. Вы же видели галочку. Так, а что это значит? Видите, да, галочку? Ладно. Значит, пока рано. Так, эта штука что может делать? Может меня подкинуть? Так, она в стене. Водная помпа какая-то. О! Это что у нас? А, это крышка. Видимо, в самом верх двигателя. Ладно, не до него еще. Как интересно здесь деньги зарабатывать. Машину, видимо, надо собрать, потом надо на ней гонять. Drive JR. Так, это все тоже рано ставить. Водная помпа. Так, ладно, это что такое? Так, кажется, что не всех предметов хватает. А если так подвигать? Я двигатель собираю прямо по ходу. Сейчас коленвал поставим внутрь. Или вот так даже. Здесь нормально надо так разбираться в машине. Что, поставил? Нет. Надо его толкнуть. Нет, не получается. А, надо присесть. Хотя нет. Так, его не развернуло случайно в воздухе. Так, ну вы же видели, там галочка была. Ладно. Где у нас маленький коленвал? Где-то сверху стоит. Поставил. Нормально. Это вообще. О. Сопротивляется. Не хочет на коленвалу стоять. Ладно, потом зарядим. Так, сейчас надо низ. Низ двигателя, а где он? О!
Может, надо двигатель взять лучше. Если сейчас что-нибудь улетит, мне конец. Коленвал могу поставить, смотрите. Перевернул. Ха, yes. Хитрость. О, это жесть. Я все здесь собираю. Ну-ка, это что такое? Так, штаны. Они идут где-то при выходе из двигателя. Ладно. А, ну может быть, они в машину ставят. Так, ну не всяко вот здесь. Ладно, оставляем. Смотрите, это у нас вверх двигателя. Или пока рано. А, еще цилиндр надо заряжать. В машину сейчас уроним. Мне нужно так поставить. Я стекло вынес двигателем. О, все, сейчас цилиндры будем одевать. Ну, игра тоже класс. Так, где цилиндры? То есть не цилиндры, а поршни. Ошибся. Так, это какой? Поршень номер один. Ну, это чисто наугад. Ну, я имею в виду наугад. Так, подождите. Я не понял, почему поршни не ставятся, видимо, надо было сначала. Так, а может, кувалда поможет? Она, может, для этого нужна-то? Разбирать. Нет. Так, поршень. Тут можно потереть все. Поршень находится в самом двигателе. А я уже сверху его закрепил. Так, а можно поставить. Не пускают. Ладно. Карбюратор, ну это явно на двигателе где-то сидит. Так, куда тебя прикрепить? Прикрепился. Так. Мастер-цилиндр какой-то. Ладно. Тоже не то. Ну-ка. Это у нас прокладка двигателя. Но ее, наверное, тоже не разрешат ставить, хотя. Ее не разрешат. Потому что я
все ставлю не подряд. То есть у нас двигатель сейчас без поршней. О, мы ворота сейчас скинем с вами. Давайте скинем ворота. О, я подлетел. Я на крыше здания с двигателем. Давайте на этом видео закончим. В следующий раз продолжим собирать машину. Также будем баловаться, искать баги параллельно. Всем спасибо за просмотр. Это была игра My Summer Car, моя летняя машина. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был Топси, всем пока.